Всем привет! Берег, дорога. Сегодня у нас отдыхала и подготавливалась к первому туру торпеда. Итак, водоем покидает Евгений. Женя, привет! Достаем, смотрим, взвешиваем. Ведерко затарено. И амурчик, смотрю, неплохой присутствует, да? Итак, общий вес у нас составляет 15800. Евгений, еще раз привет. Мы обещали к вечеру раскрыть какие-то секреты или поделиться тем, что вообще можно сказать по дню сегодняшнему по активности карпа. Ну, температура воды поднялась, карп поднялся в толщу. Ему, видимо, не хватает кислорода, приходилось его опускать и убирать насадку. С утра было повеселее, к обеду начался провал. И пришлось с ароматикой его опускать. Работала хорошо кукуруза, слива. Вот. Большое количество ароматики, он за ней опускается, и получаем поклевку. У нас по насадке все стандартно, опарыш, кукуруза, червь. Ничего необычного. Сегодня было сложно ловить. Как бы по водоему так смотрел, ну, народ почти не ловил. Мы вот немножко подловились. Вот. А так хочу всем порекомендовать, если вас не клюет, то не стоит опускать руки, собираться уезжать. Можно как бы поэкспериментировать, попробовать и поймать все равно свою рыбу. Я считаю, что 16 килограмм неплохой улов. Да, достаточно неплохой улов. И самое главное, помимо отдыха получена практика. Навыки наращиваются, их становится больше и больше. Ну что ж, до скорых встреч и до новых побед. Пока-пока. Спасибо, до свидания всем.